Всем привет! Вот этот вскрыли сенаж. Сейчас покажу видео про сенаж. Маленько был этот с дыркой рулон. Мы его отремонтировали, я привез. Сейчас раздадим. Сегодня у нас какое? 3, наверное, октября. Вот где дырка была маленько. Такая это как от это замотана отава. Сыроватая, сырая. То есть я вечером скосил, на следующий день мы ее замотали. Он получился сырой, такой рулон весь. Вот чуть-чуть видно. И такой фруктово-кислый. Запах резкий. Прям резкий запах. Это... Ну, кинуть, наверное, под ноги. А там... Да давай так. Вместе все сожрут, но... Зачем ты в ближнюю даешь? Давал и стоит. Ну, как начинаешь кормить, они особо не очень еще как бы не понимают, но он сзади начал активно поедать. Вот он такой получается. Все, пока не надо. Возьми овцам охапку дай. В 3-ю. И поросенку. Вот он, подлец. Начал нормально есть, но здесь выкидывает из кормушки. Они отвязаны, гуляют пока. И если бы они привязанные были, они бы... Получается такой мокрый, то есть как именно как силос. Запах действительно как силоса. Ну такой с фруктовыми оттенками, кисляк особенно это вспоминается на фермах, а это такое вот что-то такое напоминает силос. Ну влажный. Если это не сенаж, это именно как силос. То есть я говорил уже в своих нескольких видео, если добавь еще этим, блять, а поросенка он подбери, да, поросенок тоже нормально. Вон все подбери с пола, нахуй. О, все, да. То есть его едят фактически все, но овцам, козам я бы с осторожностью как бы давал посмотреть как. И даем не постоянно, а как добавку. Допустим, на вечер не даем. Даем либо сено, либо траву, чтобы как бы до утра оставалось. А так в обед, утром можно давать, как подкормку. Один раз там в день. Давай еще охапку наберу. Да, этим. Быкам. Среднюю не надо, овцам одной хватит. Подошли, нормально овцы? Да, сразу. Овцы у меня в прошлом году какую-то херню этот, типа герпес какого-то подцепили от этого силоса. Ну, я так думаю, что от него. А так фиг его знает. Давай быкам сейчас посмотрим, что у них там. И запах такой очень едкий, если даешь, он как Игорек руками, потом весь день, блин, воняют эти руки. Через час-полтора надо посмотреть, но не голодные они.
не пускает, на? А почему? О, он подлец, взял и выдирает. Майк. Так, интерес проявляет. Сейчас посмотрю, где Майк. Вы что, Майку-то? Майк, иди. Майк. Он стоит тёлочку. Майк. Иди, Майк. Этот, блядь, у меня уже бодает стоит. Гаврюша. Ладно. Вот так, в принципе. Проявляет интерес, но пока, я говорю, это попервой. Потом они, когда уже приедятся, они его херачат от начала и до конца. Ладно, все, такое коротенькое.